Накия Борис в роли Тани. Стивен Карденас в роли Рокки. Джон Бош в роли Адама. Джейсон Фрэнк в роли Томми. Дэвид Йост в роли Билли. А также Пол Шриер, Джейсон Нарви, Ричард Джанель и Грег Буллок. Продюсер Джонатан Закар. По роману Михаэля Энде «Джим Баттон». Художники Тео Керп и Хериберт Шульмайер. Исполнительные продюсеры Винсен Шалвон де Мерсе, Юбер Гарьепи, Жаклин Торджман и другие. Продюсер и режиссер Бруно Бьянки.